Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Артём, машина! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознули. Все около дома с антенной. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор ли этакого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора сама бы справилась. Привет, Артём. Чисто. Что там с помещением, идиот? Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. Фух, а солнышко-то припекает. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идиот к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесем. Здесь прохладнее, чем в вагоне. Задача ясна, ваше благородие. Разрешите приступать? Ха-ха, разрешаю. Ну, я пошел. Что-то Алеша разошелся сегодня. На солнышке перегрелся, что ли? Я на
мы к нам сюда приехали? Я Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке... Куличики лепил. Я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи. Ты кто, мерза? Не знал тебя совсем. Ты нас проверял, пришел, да? От барон пришел, слышка, да? Прости, мерза, я глупый, лохматый раб, ничего не знал. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал, да? Я хочу убивать врага, не пролазь, священное пламя, ты велик, ты управлял вселенной, ты дал всем жизнь, ты сделал хозяина велик, почти как ты.
вот враги. Дай. Ты кто такой? Что здесь делать? Кто разрешал? Хозяин тебя не ждать. Иди отсюда. Нельзя туда. Помоги. Не смей. Священное пламя покарает. Противник!
площади, Мерза. Я хороший раб.